Зачем на сцене ударная установка и почему трубы служат декорациями? Настолько неожиданное прочтение классического школьного материала не оставило шансов другим конкурсантам. На дне Нижегородского драмтеатра получает главную награду 8-го Российского театрального фестиваля имени Горького. Премию имени народного артиста СССР «Евсигений Талант» присудить спектаклю Нижегородского академического театра драмы Горького «На дне». Это есть свидетельство того, что Нижний Новгород продолжает оставаться одним из центров культурной жизни страны. Спектакль Валерия Саркисова уже назвали самой неоднозначной версией пьесы нашего великого земляка. На фестивале он обошел постановки театров из Санкт-Петербурга, Белгорода, Симферополя, Владимира и даже мхатовскую Васу Железнову с народной артисткой Татьяной Дорониной. Несмотря на то, что это не идеальный спектакль, с моей точки зрения, но вот по глубине, по силе воздействия, по тому, что какие мысли заложены, этот спектакль попал в меня, я считаю, что он очень современный. А вот над самим фестивалем еще стоит поработать, отмечают жюри. Слишком много классического прочтения, да и спектакли отбирать следует тщательно, и делая акцент на новизне. Горький не должен быть скучным. Было слишком много театрального МХА и МХАТа. Мне кажется, что мы попадали в какие-то совершенно заповедные театральные пространства, времена. И Горький оказывался вот таким классиком, которого ставят, как ставили дорежиссерскую эпоху. Пьесам Горького просто нужны новые заинтересованные режиссеры, добавляет Марина Дмитревская. Горький чрезвычайно современен, что и доказал Нижегородский театр драмы. Виктория Кузьмина, Виктор Киселев, объективно, ННТВ.